Здравствуйте. Сегодня 3 мая 2017 года. В эфире Алексей Шишов. Не стал бы снимать этот ролик, если бы то, что меня беспокоило, не прозвучало в прямом эфире FM-радиостанции. Еду в машине сегодня в город, ездил. Работает у меня радио там какое-то. Слышу заказ песни. Барышня просит исполнить День Победы для всех, кто выиграл войну. То есть вот практически дословно постарался сейчас процитировать. Пропустил мимо ушей, но что-то меня царапнуло. Потом понял, что можно, на мой взгляд, выиграть партию в шахматы, можно даже партию в теннис или в сквош выиграть. Но даже боксер, одержавший победу на ринге, одерживает именно победу потом и кровью зачастую. А уж говорить о великой победе в Великой Отечественной войне, которая досталась чудовищным напряжением сил и морем крови всего советского народа, как о выигранной войне, это, ну, умаляет как бы значимость самого события и не характеризует человека, который использовал этот термин, как, ну, человека тактичного, умного и образованного. То есть вот хотел поделиться вот этим наблюдением со всеми и всех поздравить с этим великим праздником, великой победы в Великой Отечественной войне всего советского народа. Именно так, именно всего советского народа. Я сам родом из того времени и ничуть не стесняюсь, даже больше горжусь своей принадлежностью к этой великой общности. Спасибо, всего доброго.